Ладно, Расим, удачи тебе. Что вы там наделали? Веди их сюда! Да ну нахер. Просто шотнули. Вообще просто в слюни. И вагон какой-то стоит и херачит. Ты понимаешь, они 5 ударов нанесли за 1/1000 секунды. Я иммунку включил, ты бы видел, сколько там ударов прилетало. Я принимал. Ну, то есть, я не знаю, как это танчить, это просто... Если я каждую секунду могу себе щит стакать, обновлять, а там они в 1000 раз быстрее били. Ну хрена они башни херачат. Ну, добрый вечер. Что это за вагон на разрушке? Это я. АДК 282 надо? Я думал, вы всех притащили. Что вы делаете? Надо идти дальше. Вот этих и едем. Убить надо вот самых дальних, которые там. Кстати, уже кто-то стакает. О, молодец. Молодец. Алистрейт написал, не сможет. Все, выходим. Седрис, по-моему, это кто-то с нашей, да? Или нет? На знакомый. Что-то знакомое, да. Главное, не вагон. Чтобы был. Слушай, я вот не знаю, там можно место на Сургута оставить. Еще один феральчик грамотный. Ну, у нас, смотри, один что-то АФКшит. Адванс. АФКшников в ноль. Этого сюда. Охотника сюда. Панов в рейд. Сатурон, что он на замене. Все, 24 человека. Потом, может быть, зайдет. Хорошо, оставляем Сатурону место, никого не берем. Седис, а, это старенький воин. Он с нами в этот был, ФСС. Ну, что-то знакомый. Да. Так, у пана Пурик. Танки он есть. Он хотел. Кто? Пан, сюда. Ну, я хотел, чтобы он лаган. Ну, понятно, блин. Ну, он хотел на этого, на второго. Ну, он до робота хочет. Сейчас. Ну, линкуй давай, Дис, и пойдем туда. Ну, давай. Так, про ХПС, ХПС это не говори, а то мы это... Ну, очень давай сам напиши правила. Главное, вот эти напиши про... Да, нет проблем. Что, видишь, потом претензии бывают. То, что вот, не говорили, что ролите. Так, где у нас Дис? Я через блокнул. Бой еще не слетел. Конет, лока нет, лока нет. О, сейчас зайдет. А что это покидает? Беларан. Пошли суманем. Турму, ты здесь? Нет. Я тут, я просто редактирую немножко. А, давай. Вот отредактируй и сразу скинь в этот.
мне хотя бы, что ли, Я тебе скину, чтобы это можно было по строчкам сразу орать в рейд. Ор, да. Ор, ор. Я вот просто добавляю вот этот принт. Зачем? У меня просто объявление рейда стоит, кнопочка. А я так не умею. У меня этот аддон. Опять кто у нас говорит? Его перенес-то. А, я вот. Здорово, кстати. У меня он вообще мертвенький пока, не в сети. Эрдру, мягкая лапка. О, кайф, у нас будет Эрдру. Блин, как-то у меня странно воду отображает. Вроде и бой, а вроде и херня какая-то. Нахрена это отправил? Кого? Чего? Ты о чем? Я в себя команды пишу, и там одиночка, блин, сразу отредактировал. Что это за хрень, типа, такое? Ну, типа, ответил. Короче, он увидел. Короче, хрен с ним. Короче, я тебе сейчас это скину. А ты где написал? В Лего написал, что ли? Правильно? Да, да, да. Марго понравились правила. Чего тебе не нравится, не знаю. Я их редактирую только для того, чтобы можно прям строчка скинул, они же не влезали у нас. Давай, друида сумму. Где шарпи, не знаю. Пипец, лока нет. Ульда. 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 Хуй знает где. Тачки, наверное, в Ульде. Где? Долоране. Этого, суманите Деху. У него полетки нет. Да, да. Вроде всех суманов. Так, смотри, у нас... Ту-ту-ту-ту-ту. Есть два места. Либо хил, либо ДД. Так, сейчас что посмотрим. Адванс зайдет. Да, Сатурон. Нет. Я ему место хочу оставить одно. Милка, кто? А? Милка, кто? ШП. ШП, хорошо. О, Адванс зашел. Лока, лока сюда. Так, народ там в Лего идет. Надо да, еще поспамить. Одно место. Я вот думаю, может, еще кого-нибудь из наших затянуть. Не знаю. Сейчас, погоди, я спрошу. Колямбас, ты будешь перезаходить на Ханта? Ну, на собрание только. На собрание, на собрание. Блин, вот кого-то одного не хватает, но я не могу понять, кого. Хила? Ну смотри, по идее Тималейна нет. Я не знаю, где он, кстати. Отсутствует ДД с 500-м этим левелом. Это я точно могу сказать. Зигмунд Фрейд очень хочет.
Короче, с Ургута можем еще затянуть. Это прям класс. А что у нас адванс никак не зайдет? Ай, блин. Шарпи зашел. Ану зашел. Все, ты его, блин, выкидываешь, что пан сейчас идет. Он сказал то, что с этим локом или что? Он локом пойдет. Он же хотел на этом. Он хотел на физрука только. Хорошо. Ему пуха нужна. Я не знаю, как он будет говорить, но ладно. Но ему на танка нужна пуха. Да я понимаю, просто чтобы он у других ничего не отнимал. Чтобы не было вопросов к нему. Слушай, он задолбал туда-сюда прыгать, короче, я хрен знает, на ком он пойдет. Я не знаю. Это... Надо, сейчас, делал. Подожди. Денис, ты тут скажи что-нибудь. Ты просто туда-сюда перезаходишь. Кого оставлять сейчас в рейде? Лока. Так, сейчас локом. Хорошо, адвенс. То есть ты зайдешь только на физрука. Да. Все, погнали. Так, ребятки, давайте туда. Народ вроде там собирается уже. Людей много. Тималейн зашел, кстати. Он в Warcraft играет. Ну, ладно. Короче, место на Сатурона, место на Тималейна. Я еще пишу. Ладно, если кто напишет, посмотрим. Не, какого-нибудь там гиперзаряженного чувачка взять можешь, но, блин. Ну да, вагон нахер. И у нас хватает. Ладно, я могу там потом, если что, уйти, потому что меня там могут позвать спасти Марину вторую. Марину вторую спасти? Пейсмаин второй. Блин, слышь, не надо. Нет, может, но это часов 10, скорее всего, не раньше. Я думаю, до 10 должны успеть, если не будем тупить. Так, ладно, ребятки, давайте тогда в Лего. Я сразу там все зааноншу и... Так, что такое? Давай, погнали. Пока ты анонсишь, я быстро отбегу. Да, давай. Я всех приветствую. Так, ребята, сейчас самое главное. Прочитайте, пожалуйста, правила в Дисе, правила для World of Warcraft. Я их продублирую еще и в рейд-чат. Самое главное, пока мы не начали, если вы будете ролить не на себя, на друга, там, брата, свата, неважно, или на какой-то свой альтернативный спек, пропишите это в соответствующем канале, чтобы потом вопросов не было. После пула первого босса я закрываю изменения в этом канале, и вы ролите на тот спек, в котором идете, если не написали иначе. А что это такая тишина? Ментов. Thank you.
Так, ребятки, все здесь. Если кого-то надо сомануть, скажите. По факту уже готовы, можем сбивать колчедан. Подожди, еще в разрушках никто не сидит. Ну, сейчас по местам. Займи, что ли, я? Вы же по местам сбиваете Пиноколада, Джонни Депп. Остыгло, она пусть бьет это. Ну, это осадочки. Все, давайте отсчет, погнали. Подожди, у меня место свободно. Те, кто на осадках, просто косты бейте. Один раз ускорься. Айстин. Молодец. Оттяни. Лучше два сразу. Ускорься. Одному проще так. Нормально. Павший вам. Подождите, не вставайте. В танках будет Электробус и Void Vortex. Хорошо, мать. Поднимите, пожалуйста. Да, сейчас секунду. Пайнкиллер. На офф, если никому не надо. Поздно. Ну, не тяну. Джонни Депп может попомогать. Кастерская шмотка. Спасибо, Рас.
перед трэшем на Игнис мы ребафнемся. Ребята, работает сейчас штука с модельками, когда передаешь игроку, можно трансмутить. И вот смотри, смотри, шарящий человек попался. Да, да, работает. Там, она у тебя... Ну, Мишка, ну, ё-моё, ну, чё ты полетел-то? А покушать? Прикол в том, что мало кто об этом знает, и люди боятся, когда ты просишь... Да, 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 мне говорили, что я... их кидаю, когда на воине кастерский плащ прошу подержать. Он же мне так нужен. Не, короче, смотри, я тоже в Пугарейде узнал об этом чисто случайно. Там так работает. Если человек получает шмотку из босса, ну, сразу он ее взял, и кому-то ее отдал, она пропадет. А если же человек получает шмотку от другого человека, она у него сохраняется в любом случае. Ну, если, только в том случае, если он ее может еще надеть. Допустим, ДК и паладин, и посохи в коллекцию не добавляют. Потому что они их тупо носить не умеют. Главное изначальную шмотку вернуть первоначальному владельцу, чтобы она у него тоже сохранилась. А я потратил... Давай зерганем забан... Дип подойдет. Ну, у нас и лемы есть. О, все, кровать. Этого добиваем, я пошел по этим. Здорово. Здорово. Много убили? Только утюг. Угу. Я буду. Отлично, еще мощный гипес. Войд, потаскаешь тогда трэш? Я посижу на боссе. Ты меточку поставишь, где выдержать будет? Слева-право. Ну что, мы его в воде будем держать. А, все. Ну вот. У тебя нет проблем с агро. Рыбку ставлю. Ну, это просто. После портала. Давайте покушаем. Рейд будет стоять в луне. Босс купаться в звезде. Войд подтаскивает трэш. Или пробус на босс. Из восьмой пати перетащите в это. Шесть, пятую. Так. Разбивает... мы не разбиваем, мы их просто склеиваем. Хорошо. Туннелем босса, но Геру, ребят, не давайте. У нас есть хороший план на Астрокливу. За одну посадку ее посадить. Хороший план. Не, ну, по факту сейчас... Тро, в Диссе скажи что-нибудь. Да. Отлично. А на пульт тогда в электробуса, чтобы он побежал на меня. А босса с пульт? Да, но по отсчету. Каски, лапа, приста. Да, будет баф вообще. Да, сейчас все кушали рыбку, поэтому... Да, бафа хватает. Интересно. Так, отлично. Ну, фармите, пожалуйста. Сейчас, еще раз. Давайте, готовность. На знание, на понимание. Все вроде бы все знают. Так, что у нас там? Ну, давай на пуль. Я, чтобы из формы не выходить. То он меня так однажды сложил. Ну, давайте, вы что там, поты уже выпили? Пуля! Эй! Пуляйте. На робота, на разрушителя. А, раздайте. Шарнете потом. Не бейте, подождите. Дайте мне его поставить. Ну, конечно, блядь. Неправильно первый телефон использовать. Как нет, все нормально. Стоп. Да, я по мультиду.
экстремалкой это юзер. Вот гандон второй раз меня уже засунул для своего котел. Да за что? А нехрен первым пытается быть. Оставь я меня. Прожался, блядь. Неважно. Сейчас, погоди, я тебя догоню. Молимся на это. Ну не падает уже 2 месяца. Придется ударять игру. Так, все, хорош, карта. А панкиллер вылетел, да? Да, он вылетал. Три удаления игры я вижу. Лут говна. Я у этого Игниса, извините меня, конечно, но ладно, что-то еще полезно. Просто разбить шмотки надо теперь эти. Даже не разрубить. Кидай нормальную. Да, что-то нет. Не получилось. Просто шляпу, оно вообще не существует по факту. Это копье номер 2 называется. Да, ну и ну, если это та же история, что с тапками с Толгорода, ну вон. Запы никому не нужны. И запы там вон, свеч. Я хочу себе шазл. Зачем? Трансмок. А ты разве можешь носить? Это не важно. Такая Войд, поводишь больших, когда будут вылезать? Ну, самое вкусное. А, уже продешевел. Я полностью. Я на гарпунах посижу. Хорошо, давай. Развались? А, сейчас доролим. Сам роль. Не, вот я говорю, вот тут доролим сейчас. О, 7 топовых. Не осколок, но держи. Прибежишь, запускай. Все готово. Хорошо. Запусти. Хотя бы эликсиры окупят. Кстати, точно, надо даже банки хотя бы какие-нибудь выпить. А то как вагон. А что из сервера труп? У меня ледяного змея такой. А, хотя, ты типа алхимический хочешь? Да. Я посмотрел, сколько на той стоит. Тоже ледяного купил. Да блин, я в алкашке куда-нибудь туда бегаю. Чё, один такой, блядь, БКшный пью здесь, нахуй. Нет, нет. Я тоже лох. Чё, и, блядь, поты, нахуй, дорогие, блядь. Не, если б я был бы ДТ, я бы выпил бы этот. Такой, зачем? БКшный. Пришел ДПС мерить, поэтому фул зачаренный. Вы видели это? Вот только танчить я не собираюсь, блин. Этого на шамане хватает. Берешь там кошмотную мишку. Ну, насчет посадки, что вы, Геру дадите, да? Да, будем давать Геру на посадку. Надо, главное, чтобы все выжили. Надо к четвертому гарпуну настакаться, типа там туда-сюда. Ну да. Подготавливайтесь. 30 секунд. Большой
прошел. 12 секунд. Давайте добивайте и спускаю как раз. РДДшники в этого в большого и ловить. Сейчас подбежали это... к боссу. Геру. Ну нет. Слушай, у меня процентов нету. Сколько не успели? 55. Ну, чуть-чуть. 56 летело. Ну ладно, слабо. РДД часового. Не торопя. Дайте ему пристабдов. А то еще раз шатит. Тимоха, привет. О, Тимоха. Это я Тимоха, что ли? Добрый вечер. А, Тималайн, дай инер по изи крипу. Я уже давал престол. Ему же в целом я давал. Ну, я просто смотрю, у него мана мало. Он ДЦ, да. Салу. Смотри, у нас там из тела вышло. Бейс. 10 секунд. Больше РДД вада. Пускай. Иди лови. Встали под крылом. Даже 52. Это уже дотекало. Да. 56 говорят. Хуета. И опять два живых жара. Два. В прошлом рейде, да. В прошлом рейде тоже два живых жара было. Там вместо двух сердец. Танки ролл. Пан дэх на оп. Можете, если надо. Роли. Плюс 7 раз 7 выкинул. Давайте только не как в прошлый раз робота бить сейчас. Ты его побольше. Так его уже... А, их два что ли было? Да. Еще один первый элемент.
2,89. Ага. Перекидываете? Перекинули. Пацан тоже на помойке. Что, банки окупились? Стоп, ближе не надо. Готовность на баку. На понимание. Дыха, поддержи крик нах. Пан пивной озолишь. Бегу, бегу. Все готово. Да. Я думал, он встанет. Все, как обычно, под правой ногой выносим под левой. Ждем, пусть придет, иначе опять забагается. А, да, он тогда провалился. Литлик. Примите пока квест. Уберите там прямо сейчас. Близко стоят. Куда-то сюда, да? За пулю как будет ворот. Да, против лестницы. Агри. Красавчик. Пожиратель БР. Да-да-да. Вам делать не... Я с утрамбовщиком, если выйдет второй, возьмешь? Опять помню. Бомбот, сгоняй это бомботом. А. Понятно. Из крузолетия. Все ушли. На макс рейнджу от босса. Но ты-то не убегай. Переведу немножко. Адвансы. Сейвы. Стоит херово. Пойти я выведу из этой лучше. Нилка, выведи. Угу. Будем молиться, что на танка больше не кинет. Готовьтесь от крови заливать. Не так далеко. Джонни Депп выглядит. То ли хилит лучше стали, то ли искру понерфили. Да нет, бьет так же. Черная банка. Свет вывинь. Долго в рейде не стойте, дамажит. Ро, выбеги. Беги, не убегай.
петарда ты. Шаман и Гера, 10 секунд. Джонни, да? Гера, на 30. Леха, выйди. Следующий босс собрания. Фейми. Эх, а были времена, когда его на грани с берсерком убивали. Выбегай, если берется тот самый. Ну, да неужели? Смотри-ка. Ну, хоть что-то. Хулипаловская тема. 206. Куда там пацан? Где лежит? В реснице, пана. Спасибо. Пролежал весь бой, зато смотри, что выпало, да? Вот так вот тебе надо тоже танчить, понимаешь? Я тебе говорю, мне надо на Игнисе лежать, ведь будет, тогда выпадет сердце. О, Ролан Холлит. Че, на Ханта захожу тогда, да? Да, давай. Ну выведи его, сюда что ты там держишься? Если ты уже взял. Тут. Маньяки потом. Я свой босс сманю. Зато у меня мишка перфериет. Дань, тебе что-то сказать хотят. А? Тут.
Ты либо напиши, либо скажи ему. Или он здесь. Вроде все здесь. Если по поводу чарок тебя сейчас будут докапываться, это ничего страшного, у нас такая есть прикол. Труман, я на тебя большого на пульта, да? Рыбу поставил, кушать. Все, в принципе, да, давай так. Войт, как тогда? Давай, ты мелкого, я большой, и потом среднего заберешь. На знание тактики, на готовность, на понимание. Так, пивной, чего не хватает? Или что-то не понимаешь? Я первый раз магия. А, первый раз. Ну, в общем, так, а что у нас? А, ну, кстати. На щиты поставь кого-нибудь. Да, щиты. Посмотри, какой у нас классный маг. Милфа. Я не умею. Класс. Хорошо. Давай, я щиты посбиваю. Я это кто? Айстин. Айстин, отлично. Покрадешь щиты, и будет нам счастье. В остальном просто лупим. Главное, на второй фазе не сдохните от руны смерти. Она будет заноншена. Надо будет в разные стороны разбежаться. И на третьей фазе все подходят под жопу к большому боссу. Сдается Гера и сейвы по очереди. А, Азулис, скажи, что ты дамажишь, да? Еще просьба, пожалуйста. Анонси щит, когда красть, потому что я могу сосмотреться. Подожди. Слушай... Да, давай в хила тут, на всякий случай, чтобы был рейд сейф. Я тебя пока спаном поменяю. Так нет, оставь. Ну ладно, хорошо. Местами? Ну, местами, да. Чтобы пати хиловская. Мелкого, среднего, большого, да? Да, мелкий, средний, большой. И бьем в хрень. Так, у нас перезаходит. Сейчас команду попью. Готов. Смотри, там у тебя эта сова замучилась так это. Все, давайте отсчет. Ой. Ладно. Обновляйте крик, воры. ДД, ждите, пока вы заходите. Выводи им большого. Вот это зависит только что. Мак, щит висит. У вас там к вагону, вы побыстрее реагируете. Большого отведу, в районе центра держи среднего, потому что надо будет разбежаться в разные стороны. Подождите, а рунка стоит. А руна смерти 15 секунд. Пять секунд. Ушли. Забирай. Забирай. Под правую ногу все. Геру. Нету Геры пока. Где? А, 50 секунд, ну бля. Значит, бейте так. Сейвы просто давайте и все.
Купол. Купол давайте и все наоборот вместе убегайте. Давай спокойствие, да. Умираем. Ничего-ничего. Сокрума, Расим. Подожди еще. Да пусть будет. Вот сейчас. Я уже сдал давно без вас. Изло. Добивайте. У, РЛ не... Да, да, давайте больше говнолута. Зачем? Все. Уйди от нас, ты сейчас убьешь. Все Мишку обняли, это приказ. Динозавра. Диск. Короче, ладно. Что у нас тут вообще? Пароль элемента, я выйду на ДК уже. Сейчас, погоди, диск выкину, чтобы сразу человек попал. О, все, ребята. Неплохо убил. Да, все, ты убил? Я вообще не за тобой бежал, кстати. Я от него бегаю, блин, я думал, специально, что ли? Да, я специально. Я наоборот за ним. Так, ну кого мы не будем? Давай обменом, да? Через ролл обменом. Пошли пока по хранителям. Давайте только оперативно. Ой, единица. Сюда. Ты Азуль, ну ты гад, конечно. Все перекинул. Не зря себе забрал-то, да? Сейчас еще один, подожди. А ладно, я уже вышел, всем пофиг. Ты первым двум паром. Я думал, ты пачкой их почаролишь. Нет. Отдельно. А, все, тогда вот это меня устраивает, да? А вы-то не охуели, что ли? Переобулся, да? Да, переобулся. Да, кто там перезаходит? Давайте, давайте, собирайте. Я перезашел уже. Он уже тут. Перебиваться не будем. Да, самый классный гипермеч. Вообще берите всем, кому надо. Супер дерьмо. Слушай, два. Вот настолько я его хочу. Он дыхи на фурика, дайте оба. Просто он никто не ролит вообще. Да я вообще его на трансмог хотел. Дать ну, кому есть. Подержать. Желающих море. Вон, второй. Ебать, еще два, что ли? Да, да, вон, забирай. Он, конечно, говно, но, блин. Да я шучу, не надо мне второй, пожалуйста. Дайте ему второй, ты можешь носить, он не уникальный. Все, отлично. Давай метки. Войт. Подожди, еще плащ. Какой-нибудь шаман тотем природы поставьте. А, это локосный еще. Блин, мы говно. Даже... Сейчас я добегу. Так, на Калагарн уже идем, да? Да, да, на русский. Я просто это тело выполнил. Ну, незваный гость. Слушай, ты как знал, на своего рогу зашел? Если еще с Фрей выпадет кинжал 297. Да. Будет здорово. Так, я ребят, у нас, в принципе, Алгалон в планах. Я просто хочу убедиться, что у нас рейд хорошо собран на примере Торима и Фрея. Слушай. Слушай. Да-да. Митроха, это ты сейчас говорил? Я? Ёлки, здорово. Здорово. А этот только не... голос не узнаю. Это Руслан, The Family. Ха! Рус, ты на ком? Да-да, это я. А я что-то тебя давно не слышал. А ты на ком, я не пойму. Погнали уже. Шаман, метки. А мне пофиг. Все видел. А, да. Шаман который? А мне пофиг. А мне пофиг, я поставил тотем защиты сил природы. Поставлю. 286, а 3Т6, нихрена себе. Да как толку-то? Ни крита, ни хосты. Ну хосты, что ладно, там? Чек, а крита-то нет. Пол этот, сейчас метки, мы это метки доставим, чек на пол. Вольт, давай тогда по трэшу, как обычно. Я бессменно подержу. Первую руку убиваем левую. Череп. И постарайтесь их хотя бы в разное время убить, чтобы трэша одновременно не появился. А ты уточняешь, что левая рука — это название левая. Левая, прям левая, как она называется, да. Да. Череп есть. Готовность. Все зайдите в комнату. Азулис. Что такое? Все. Отсчет. Там потики, если хотите, свой. Опять ты на меня свою метку проклятую повесил. Хочешь череп буду вешать?
В луну, луна, зайди. Пикап нет. Печенька в печеньку. Я вам зачем метки поставил? Трэш. Весь РДД состав трэш. Антро, зайди в печеньку. Прист обновил бафы, что ли, я не знаю. Да, было бы вообще шикарно. Крикни на ХП, дэх или чё? А, ты единственный бар. Вон, давай, мечи отрабатывай. Ром, беги. О, у нас тут... Так, совыше, аккуратно. Обломки долили, туннелем вкрутим. Сейчас левая рука появится. Взгляд, Ром. Рука появится, все в руку. Ну, нам Ромб вообще красавчик. Еще трэш. Какой? Третий, ну, четвертый раз? Выпьем припотик за здоровье Милпочки. А у меня червяк, мне на все пофиг. Все, я прожался, магия меня не берет. Я обычно так после литра водки говорю. У тебя червяк? Нет, а мне пофиг. Я прожался. Или магия тебя не берет? Что именно? Я думал, магия тебя не берет. Не, ну после литра водки еще какая магия? Ты че? Он с нами, да, уже? А что за говно? Первый элемент. Что ты там говоришь? Говно, говно. Таким количеством осколков можно просто обмазать. Да-да-да. Там кошея. Че, кошку или дальше? А кошку. Не, находили обычно. Дай мне вот это говно. Мне дай на транс. Я буду блочить своими рогами. Давай. Угу. Без рогов. Если никто уж не выпал. Коля, на 30 сек привяжусь к тебе, пожалуйста. Попробуй. Зато. О, где-то. Блин, Деха скром... Скром... А, да. Идем все на хазиром. По сугробам не бегаем. Элемент. Как там, минус кроллов-то заденет сугроб. Сейчас какой-нибудь красный чувачок просто по всем пробежит. Элемент был. Рольте. Сатурон 98. Да, 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 давайте все приведите сюда. Что я, короче, сову? Не, ну я, конечно, понимаю, вы циферки любите крутить, но чтоб настолько. Когда-то этот сугроб починят. Если выпадет щит, обязательно года, скриним. И скидываем Сашу. Каждый в личку. Да. А лучше видос сними, как ты его дизел. Как ты его пылишь. Ладно. Не переживайте. Щит отдадим в добрые руки. Какого-нибудь шамана. Да, шаманчиков много. Какого-нибудь. Так что... Ты про Тарима, что ли? Да этот, который, да, топ-кастерский щит. Ну не топ, топ с этого самого, с БС. Ну давайте не будем говорить о чем-то там, таком космическом, невозможно. Тори Малхэми бить? Конечно. Ой, окей.
У нас после БСХМ так. Музыка чуть гильдия не распалась. Дэха, хорош скромничать. Никто вообще такой не собирает, а ты мне как танк иногда будешь. Я не заметил, что никто не рулил. Я говорю, если не рулят, говорю, о, готовность. Так, все готовы? Пивной? Маги МК раскинули. Ох уж эти голландские. Сначала вспышки, а дальше погнали. Понятно. Эй! Слушай, ты можешь так говорить будешь? Я по отчёту ничего не знаю ещё. Чё народ полетел? О, костер нашел. Ну давайте, все попадаем. Слушай, черная банка написала ролик на танк, а пока ничего не паролил. Ну, ладно. Отошли от больших. Зашли. Бой пойдет, респавших были не тратим. Не рулил, потому что без того, что мне падает, мне не надо. Мне надо печенька и щит уголовно, если мы пойдем. Охренеть, он существует. Посох? Осколок. А, точно. Что за петля? Две петли, хотите сказать? Одна вроде. Хочете две? Хочете я вам покажу, как петля пылится? Эршамовская шея, друидовская, там, я не знаю. Ну что, блин, ребят, ну что? Вот, отрем. Так, стоять, кошка. Петля. Кастерское кольцо. Ну, они, оказывается, умеют ролить, я думал, забыли как. После того, как кошка пройдет в обратную сторону, побежим. Вон цел дальний трэш чистит. Посох упал. Да, посох неплохо. Он у меня лежит, и я не знаю, стоит ли его вообще на эрдру чарить. Где он? Смотри, вылетел, сейчас зайду. Нормально, нормально, пока никто не бьем. Так, аккуратненько. Тебе петля нужна, это кольцо? Нет, нет. Второе кольцо. Второе. Их два упало, нихуя. Изик. Мне что-то одно показывает. Не-не, там двух сундуков. Подтягиваемся, убиваем вот этих гадов. А, нет, сейчас. Посох кастерский. Блять, я думал, 97-й посох никому не нужен, ну нихуя себе. Не, у нас был тут... такой рейд, тогда я, будучи танком, забрал его. И на кулагу. Что, давайте их сюда затянем. Тут-то не растягивайтесь. Где там кошка подходит, давай наверх. Наверх, наверх, наверх. Сразу бьем или нет? Не-не-не-не-не-не-не-не, у нас после этих подохнет сейчас пол рейда. Okay. Азурис еще не здесь. Пол рейда, да, они ушатали их. Так, у нас шаманы. Четыре шамана. Так, ладно. Там не успел. Полностью рибак из-за пожалуйста. Красавцы, спрятались за стену. В бок за стену все. Лови.
того мы... Не, нормально просто, я уже думал, с другой стороны начать. Так, собрались все. Сбить касс. Мы ждем дикого. Дикий сзади рейдер. Свищнились, дайте стан. Убежали. Убежали от него. В сторону шкафа. Кас. Ебать. Сразу туда бегут. Почему? Да, там? да. Больше. Ром, подойди от лужа. Я дам. Дикий бежит. Там. Бежали за шкаф. Пусть там сдохнет. Вперед. Ой-ой-ой. Нее. Там можно на месте. Молодцы. Не, просто чтобы фиром этот лут не довело. Команда, обновляйте тотемы перед фиром. И чем, ребята, вы верите в себя, про ЮКМ? Если рога яды нажмет, намажет на минус хил, возможно. Ну, как бы да, но просто плеточники стали как тварь дамажить. Не заливайте больше. Всех молодцы. Охренеть. Перчатки надо, да? Маги, можно МК? Кто-то из вас мне даст. Вряд ли, мне кажется. Танка. Танковское кольцо. Хороший ключ. 5 секунд офф. На офф единственный ПКД. Я из тебя сделаю хорошего танка и научу тебя собирать его в газ. Или чё? Дадёшься. Пофиг на этих, пошли кафе. Маунт. Маунта рулят все, кому нужен. Изи крип 90. Лут потом поменяешь на групповой. Да, было бы неплохо. Сейчас погоди, еще первый элемент. Первый элемент. Два по 94. 2.94. Серв? Нет, извините, я плакал. Что-то так, подвисло, что-то так и смачно. Банка и пейнкиллер, переролить. 78 и 64. Бежим наверх. Группу поставим. На Фрейю побежали? Да, мы напаем. А чё? Говорим? Я хочу посмотреть на это. На это.
Так, крест пошел. О, повреждил оптик. У нас есть травники, кто собирает? Я собираю. А, да, есть. Ну, деритесь, короче. Так, смотрите, в чем особенность Фрея в данный момент. Так, блин, кто там на коне? Уйдите оттуда вообще. Мне, короче, перебиваться потом. Плеточники, которые маленькие, куча маленького трэша, они очень сильно стали взрываться, раза в три больнее. Милики выбегают сразу. Милики просто ударили один раз и не бьют их. Все. И убегают. Да-да-да, никто не должен стоять в мелизоне, кроме танка. 15-15 косарей за каждый взрыв. Если вы с яйцами, у вас усилки в ХП. Да, это вообще идея, кстати, здравая. Тут у нас почему-то тряпочники не очень любили в прошлый раз перебиваться. Они же лучшие. Они умирают после одного удара. Главное, понятно. Давайте, мишкам нужна КШС Фрей, так что постарайтесь. Выносливость. Слушай, у меня 42к. Что там этот про яды было? Яды надо сбегать взять, да? И на минус хил, да. Дамажь. Манете туда. Так она же все равно первый вот. Круг не продамаживается. Ну, все равно отрок яд работает. А рога пайнкиллер у тебя нету ядов? Я просто с собой такую хуйню не беру. А все, окей. Дамажь то. Иначе ты мне тут накидал. Армс не работает, говорят, только яды. Я за деревом был. Прицельный выстрел, не? Извините, я... Но у нас есть еще мишка. Поманите. Чё, Зулис, масло получил? Да-да, увидел. Пока не забирали. Некуда. Так, ребят, еще маленький пахтрэш и приступим. Слушайте, давайте, чтобы зря время не тратить, сейчас трэш добьем. И, Мак, поставь порт всем. Зачем? Куда? В Долоран на перебивку. А, перебиваться будет? Просто сбейте себе усилки, придем бахнемся, чтобы у вас в рейде было 40 тысяч хотя бы. Это даже вот только у нас ДЦ грамотный, это не спасает, поэтому я вас... Ну, он стоит в одной и во второй стороне. Может, тринки хорошо. У кого есть? Эти... Ну, тринки могут механику класса менять, а я просто беру усилков чуть перебить. В любом случае, ребят, имейте 40 тысяч хп в рейде. Тро, пиноколаду, пивной подсос по-любому, улетите, сбивайте усилки. Изи Крип. Азулис уже молодец, перебился. Милка да. Тоже перебился. 27 тысяч, это вообще ни о чем сейчас. Там без шансов. Думаните? Ну как бы лучу похрен, ДЦ ты или... Ладно, давай с тобой попробуем. Может, щитки твои спасут. В прошлый раз ДЦ убивала, поэтому как бы... Всех убивала, я тебе говорю. Расим тоже, блин, 30 тысяч. Нам нужен холипал грамотный. А мне пофиг, 28 мало. Я сейчас это... Не, я просто смотрю, кому настоятельно нужно. Там у вас лог шкаф поставил, нет? Шкаф так, дайте, суммонить людей, пожалуйста. Так, это они тут. Все я пока ищу этого хватает. Отлично. Я две тринки одену. Милфа тоже. Я, конечно, это понимаю, что пикарки это здорово, но, блин. У меня две пивные кружки вообще. На 365 стамины. И я справлюсь. Да, по возможности, если у кого есть, пейте сапрот. ДПСа нам по-любому хватит, а вот выживаемости под вопросом. Чё, это... Начинаем игру, кого шотнет минус 5 к роллу?
Именно шот. Кого шотнет и кто не перебивался. Вот так. В танка переодеваюсь, да? Не-не-не-не-не. Так, Дыхат, от тебя вот что требуется. Просто стакай раскол на боссе. А, и ты, ёпта, ты армс. Да я могу раскол стакать, чё? Да мне не в этом суть. Три опасных моба, когда появляются, хватоплёты два милишных. Милишным просто железобетонно надо сбить косты. Иначе своим чарджем дух воды полрейда снесет и грозовой молнии добавит еще. Поэтому давайте с маневром. Сколько делалось КП? 40 ровно? Или там, ну или как? В районе 40. Мы еще сейчас бафнемся, крикнем. И самое главное, дех, весь ну, бой что? Держи... Раскол на боссе? Раскол и крик на рейде. Все, все перебились? Крик на ХП, потому что кулак у нас есть. А давайте бафнемся. Будет карать. У нас есть место? Нет, места у нас нет. Митроха. Оу. Пойдем в гильдию. Так я уже был. Меня никуда не берут. У меня ДПСа нет. Возьмут. Сюда возьму. У нас нет кого ДПС. В гильдию возьмут, в рейды не берут. Нет. Мало ДПС. Давай, короче, после рейда я тебя этот. Не пойду. Я так по пуга рейдам бегаю и нормально. Хорошо. Готовность на бафы. Ну, крикни на нас, Дэх. Я не примастерился еще это. Одеться-то вроде оделся. Ну, 40 тысяч, ну ладно, вот Роги, я надеюсь, вы выживете. Ну, все готовы. Давай, Мишка, влетай. Все равно тут никакие прикуты не нужны. Берсу сразу дай по ней. И держи ее там. Так, что так понято? Грибы нашли? Отведу к воде. Дар далеко. Вовремя он словил. В дерево всем. Не задолбали эти, вот ни хрена не видно. Дар всегда в приоритете, если не сказано иначе. Излучай выходите. Наверное, нового лагаю на кнопку. Кнопки не прожимаются. Альт, наверное, зажат, попробуй. Нет, он просто не под грибом стоит. А, да. Дых, ты что? Да, не был еще лет. Так, все аккуратно. Милики гулять. Дар. Все. Идите, Дар. Дар далеко. ВДД. ДЦ, готовься купол туда поставить, когда они подбиты будут. Они сами гуляют, но они с агро на танках. А подвигайся, они на тебя побегут. Вот, да. Они стоят. Купол мили. Купол. Ушли, еще... никто не должен сдохнуть от них. Потом забери, я обновлю его инок. А, тебе пока хватает. Дар под боссом надо залить. Хватоплёта вывести. Пока БР не дают. Обана. Сложила. Плёточник. Ладно, Дэка, ты пока полежи. Всё-таки милик. Косты не кикают. Ну вот, мама, пожалуйста, ещё один. У меня одно сбитие коста было, ребят, так что. Давайте так. Ну, посмотри по прерываниям, там шаман один раз сбил, паладин и я один раз сбил, все. Так, Расин, давай диван в меня.
Я вон убежал. Или в дерево какое-нибудь, куда угодно. Все падаем, не разбегайтесь. Все подойдите под босса. Я ДКшником хватоплёта вожу. Я не могу. Галадар, Гладриэль, у нас водят хватоплёта. Давайте так, пейнкиллер, посидишь на грозовом. Главное, косты, все равно это мили-трэш. Руслан, давай на этого, на плёточника. Давай на связь, не стой. Да-да-да. По одному шаману еще можно поставить. Шаманы у нас заливают этого... Сейчас, секунду, найдем. Шаманы у нас заливают РДД. Хорошо. Что ж так говно там? Дальних пошел. В принципе, по выживаемости терпимо, но надо бить косты, иначе подохнут все. Вне зависимости от перебивок. Да. Отлично, спасибо, рыба есть. Мягкая лапка. Вставай. Кто там говорил, что не может кастовать? Когда выходит большой, тебе нужно стоять под грибами, и тогда ты сможешь нажимать скиллы, иначе у тебя сало на абсолютно все. Тыкните сам. Да, сейчас доедем. Да ты рядышком можешь тыкнуть, пока ешь. А он сбивается же. Нет. Алло, что, игра пропала? Нет, нормально вообще. А у меня что-то зависло. Сейчас, подождите. Это сумониваемся. Они вон на входе. Деха, пофиг. Принимайте сум. Быстрее бафнемся, быстрее начнем. Я буду перегружать. Вы, может быть, меня тогда убьете. У меня эта игра зависла. Что-то начало. Сейчас... Тебе долго перезагружать? Да я... У меня бог его знает, так все скажу. Что-то она... Пинг очень большой, сейчас зашевелилось. Попробуй точку поменять. 4. Это как бы минимум. Так, это Alt F4, по-моему, да? Нет, ты просто клиент закроешь, да. Не закрывается, все, у меня видяха как бы это зависло. Ну давай без него. Ладно, ребят, давай. Тебе не нужно ничего с босса? Нет, там ничего не надо. Все, хорошо, давай тогда готовность на бафы. Деха, крикни. Магии, интеллект. Варом интеллект обязательно. Придет, будем держать. Слушай, давай луну поставим. А вот чего? А, луна есть. И... Вот, короче, нет, это нельзя. Печеньку забери, если надо. Печеньку. Ну, вот тут примерно держишь босса. Она сама должна подойти. Да-да-да, вот подойдет, пуляй. Не туннельте, пусть она подойдет. Сатурон, я как бы эрудрил. Сразу там берсани в нее нормальненько. Ищите грибы. Заливаем опекуна. Энергии отошли. Дар. Держим. Так, пейнкиллер на древнем духе воды. Верни обратно. Экстремалочка на этом грозовом. Главное косты. Все. Дар в реке. Дар в реке. Перводар. Сначала удар. Вот оплет пусть водит. Ну что это? Все нормально. Что ж так? Держимся. Я не собью, у меня нет.
Выведи немножко. РДД бьют потоплёта, миники бьют. Ай-яй-яй-яй. Убил. Сейчас посмотрим. Даю БР по экстремалочке. Давай рисуй. Дар. В реке. В РДД. Приз, дай рибов. Рибов, пожалуйста, лапку. На пул, миники, все отойдите. В танках. Танки двигайтесь, пускай они нахуй вас будут. БЦ, готовься дать купол. Давай купол, мили. Один Б должен быть на пороге. Так, один круг закончен. Так, да. Давайте еще так разок. И да, мы под боссом. Кливайте. Поднять рогу, риба. БЦшка как нормально тебе? Блять, лучше солнце. Ну, класс. Ладно, дайте еще один последний БР. Пейнкиллера поднял? Да, он у нас на костах, он нам нужен, он дамажит. Поднял его. Быстро поднять. Под грибы. Вы бы дерево поставили куда-то под гриб? Чё творится-то? Дар под боссом. Не того, забери с меня босс. Касим, отойди, у тебя гнев. Ну тут не так много дамага прилетает, я вижу. Так это прилетает всем вокруг тебя. Держать, держать. От электробуса отошли. О, господи, забери все с меня. Все нормально. Добиваем. Дух. Рейд держать. Отбивайте гневом. Вы дамажите тех, кто рядом с вами. На пулы к танку. Пять корни. Дар. Дар под боссом. Залейте дар. Дар за боссом. Дар. Залейте дар. Успели? Возле маленьких не стояли бы. Отбегайте от босса. Давай купол. Милики вообще отошли, не смейте. Еще. Это дышники. Дар далеко за боссом. Все переключились в дар. Этих добьем. Блять, ну. А сколько сейчас прилетало? По 12 тысяч? Да. Потоплюта забрать. Пивной на дух. Давайте Геру. Пивной Геру. Залейте это говно побыстрее, мы, считай, прошли. Под боссом. Дар, сливайте. РДД, помогите миникам. Пиздец. Я тыщка, блин. Пиздец. Милики побежали на дерево через милитрэш, и вот тебе результат. Вот блин. Так, давайте ластрай в хейме. Ну её нахрен. Роги, я прошу вас, прям не дохните. Если вам мало хп, перебейтесь. Ну вот шотнуло сейчас по инкиллеру. Нахрена тебе вот такой ДПС, если ты мертвый лежишь? Моя смерть. Да,
Так, сейчас. Ну. А чё, какой ДПС? 10к? 10к ДПС. Ну, уже не дали. Ну, слушай, по тебе 50 бьет. Если у тебя 40к хп и щиточек, как будто бы выживаешь. Да, есть такая тема. Я, у меня КД. Ребят, я сейчас захожу. Давай, о, отлично, иди. Давай, прям как раз тебя ждали. Лежите, я сейчас резну. Вставай. Давай, меня просто КД намаз. Нет, 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 подожди. Танк забирает своих мили-мобов, это нормально. Ни в коем случае... Ни в коем случае нельзя стоять рядом с маленькими вот этими тварями, как они, плёточники маленькие. Но у тебя не всегда будет готов ложный, и ты не знаешь, когда в тебя прилетит луч. Меня просто пингует, временами вообще замирает. Ничего, ничего, мы все равно, считай, без тебя били, так что пригодишься. Без меня, как без помойного ветра. Рубка стоит. Да, да, я отказался случайно. Тут же идти минута. Поднимите еще раз, пожалуйста. Где ты был? Да за боссом. Так встань, тебе добежать тут минута. Зашел в корм. Хорошо. Оранжевые лизницы. Ноль подсоста тоже. Роги, вы будете перебиваться? Вы у нас на костах сидите, чтобы БР на вас не тратить. Да у нас и нет БР. 4 минуты. Ты к носу. Пинколаду дыхать у меня. Дых, живешь, кричишь на хп, все. Еще эти 2000 могут стать спасительными. Еще ты. Все, уже добежали. Рибах престов, воинов, мехколад, что такое? Может, отошел, я не знаю. Роги могут пока перебиться. Что, мне 90 усилков поможет? Я слетаю, мне не сложно. Да, давай, просто главное косты, иначе пол рейда ляжет. Да что ты камень-то... Поставьте один порт. Да я слетаю. Прям рядом. Мы вас сразу сэмэйнем. Все, можешь сумки дать. Кидай по экстремалочке. Готов. Ну так ты там скинь. Да, 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 сейчас все будет нормально. Иди натыкаешь. Он висит. Принимай, если сбил, и просто здесь до 40 тысяч поднимешь под бафами. Пусть фулусилки в стамину вкинет. А тебе ДПС здесь не надо. В принципе, да, здесь правят бал РТДшники, потому что милики все равно не домашние. Все, оба разбойника, фулл силки в стамину и намажьте яды, все. От вас больше здесь ничего не надо. И бейте косты. Если он пришел, нет. Отказался, пока. Секунду еще раз. А рога вот там? Что там, да? Там киллер, ты это убил? Ну, может, это забивал или не добежал еще, так что нормально. Рога, ты там, скажи что-нибудь. Я... Алло. Дайте шкаф, пожалуйста. Ой, не шкаф, блядь, мама. РДД, рассоситесь друг от друга, вы меньше урона будете получать. А то вы стоите в кучу, вы все дохнете.
У вас и луч херачит, и дрожание. Пейн, что с тобой? Почему ты не принимаешь? Там шмот, что ли, меняешь? Сунды, и все. Да, нет, ты бы принял, мы тебя просто пробафали. А уже остальные усилки куда тебе надо бы забил. Ну, сейчас как раз возрождение откатится. Еще минут. Да, БР у меня откатился, допустим. Но это не значит, что надо специально падать. Так что давайте соберемся. Ребаф. Полный ребаф. Инту, Вару, вы чё? Маги. Когда плёточники взрываются, дайте сокру. Бля, чел, я... Они не сокру, а эманы огонь. Я этот... Можно вопрос задам? Меня просто... Я не успокоюсь, нахуй, не засну. А зачем ты, блядь, брюли поменял на выносливость? Усилками не проще было? Нормально будет, живее будет. Ну не, ну ладно, ну просто... Это же дороже. Ну, ладно. Хозяин барин, говорит. Живее будет? Готовность. На здоровье экономить нельзя. Так, что ты песочком посыпала? Тималейн. Без отчета иди, пульс, оно припоты не нужно. Когда мелочь будет взрываться, дайте эту самую эмашку. Доп сейф. Нет, эмашку на огонь еще. Там, ну, доп сейф, пусть будет эмашка. Расим, возьми огонь, пожалуйста. Опа. Милики, там огонь взят у кого-то. РДД, Рэнджу наберите. Опа-на. Минус танк. Быстро. Я что-то не вижу ядов на бабе. Дерево в дереве. Собирай остальных, я не могу, у меня не хватает таунта. Дрон где там далеко? Дать купол сразу. Купол, милики ушли. Эма на огонь. Так, красава! Вот а что ты тут делал? Смотри, иди я, иди баба. Так, ладно. Милка у нас кто? Милка. Ой, блин, Милку надо поднимать. Даю по Милке, дайте по ДК. Дар прям под боссом. Заливайте, да. ДК подыму. Даю. Кристобаф. Под соседний гриб там энергия. Так, Роги, следующий трэш ваш. На край. Пейн на грозовом. Тут, извини, Пейн на луч. Древнем, на грозовом, Руслан. Все. Верни босса обратно. В печеньку верни, она будет. Под боссом. Все нормально. Дал тебе. Не вижу на бабе ядов, сука, от рог. Так их нету, потому что. А почему? Это уже крога. Отставить. Сейчас косты. Яды потом. Ты же можешь не спиной бегать. Я спиной не бегаю. Я в разнос. Будьте здоровы. Спасибо. Еще каст. Молодцы. Минус Джонни Дэр. Дар сразу. Маба слить. Давайте, давайте. РДДшного пан, добейте. РДД, долейте быстрее. Круг есть. Молодцы. Не расслабляемся. Ничего не надо. Еще поднять его? Нет, не трать БР. Тем более милит. Еще раз плохие. Дар. У реки. Дар залить в приоритете, роги остались на костах. Я не успел отойти. Каст убил, все равно 40 тысяч не помогло. Грозовому сбить сейчас.
держать рейд. Грозового добейте. Будут еще маленькие и один большой. На маленьких не суетитесь, дайте танкам собрать. Милики, пока отдыхайте. Миликам пока не надо. Дар очень далеко за боссом. Все переключились. Мишка, стоишь с боссом. Не надо. Собирайте. Взрывных. Не надо их раскидывать, ёбаный в рот. Ну что это за хрень? Танк сложил. БР по танку. Малой. Поднял уже. Забери дальних, которые там бегают. Я пока держусь. Ребаф дайте. 300 баб. Сейф. Машку на огонь готовьте. Давайте. Уже. Дар. Дар под боссом. Дар прям в боссе, просто кливайте. РДД бейте. Ты чё, с берцой что ли собрал сразу всех? А, ударил, и они все тебя сразу сожрали. Ну понятно. Забирай босса. Я дерево буду держать. Так, водить знаешь. Я надеюсь. Да. Большой еще будет. Дайте Геру, сыграйте в босса. Да, кстати. Давай под грибочек его, просто чтобы все кливали. Под один грибочек, ближе к нам. Дар убейте. Дар в боссе. Далейте. Дар в дереве, в боссе, прямо здесь. Вывести плохой корни. Давайте просто долейте что-нибудь уже. Бейте босса просто и все. Дука тоже надо. Хотя бы заклеивайте. Как он заклеивается? Просто убейте босса, там херня осталась. Подай бот, подведи. Ох, на ту сторону аккуратней. Ладно, добивайте. Да. Дар на той стороне, вместе с боссом, прям бейте все. Дар. Больше удачи. Дар. Просто в босс. Ёпить, вообще еле-еле, но это было... А, почти похерили все. Да. Нету танков с кашей. Ну да. Есть кистевые латы. Супер гениальная нужная вещь. Молодцы, давайте на Торима. Дайте рез, плиз. Одну печеньку роль сразу, предыдущую или вот эту? Так, ларь. Не, алхимики. Ой. Руб потом дашь? Нормально. Хорошо. Торим, да? Да, ну Торим убежим. Зато он Руслан кайфует. Николавка, ты зачем это? А, друиды же не носят. Я перепутал. Не то, да. Ну отдаем роги, потому что ну это не друидская тема. Тканевые тапки, кастерские. Усилки на Торими оставим, да? Нет. А там что, не поможет? Нам НПС нужен. Иначе стаками он потихонечку всех убьет. Миликов же много. Миликов и да, много, их будем скармливать. Если что, порт ставлю здесь, короче, на этом. В коридоре. Хорошо. В начале. Верните свои усилки в исходное состояние. Поставил. Что... Сейчас. Да, порт стоит в начале коридора. Первый элемент, кстати, еще. Сейчас. А я что-то посмотрел, живой жар, он вроде как бы не катит, шаману или ему вроде. Ну, он просто, в принципе, не актуально.
Затычка, понял. Если надо, кому-то отдам. Для кого не катит? Обмен. На Элема. На Элема нет. На демона еще можно пробовать. Второй. Ну, сейчас прилечу, отдам кому надо. Ну, ты выдал. Вообще, он ДЦшнику для СПД. Может, его переделают как-нибудь. Азулис, где те самые читы скачать, пожалуйста, скажи? Сайтик там. Так, слушай, тебе на ДКшника так много тебе надо? Там прям ничего ни хрена не падает, по-моему, на него. Падает кольцо РПБ мастерка. Лед. Блин, я профукал первый элемент. Я под кольца не отказывался. Там сотки можешь не волноваться. А вдруг и у меня была бы? По один, да? Так. Я ладно, думаю, давай зайду сейчас. Не, ну ты подумай, ну просто у нас опять перекапы этих миликов, капец. Я захожу уже, подожди. Поэтому... А что у нас по миликам? Все печально у нас по миликам. Сам дайте. Деха, знаешь, мы тебя все равно либо скармливаем, либо ты в танка. Давай, не в танк. Давай. Нет, серьезно, мы... Давай в танка, будешь кричать на ХП, и будешь стакать раскол на боссе. Сейчас я прям... Подожди. Смани меня. Ай, сейчас, секунду. Так, и... А где ты? Я чуть-чуть с жертвой. Так, красиво у нас хил. Я поставлю сейчас метки на миликов. Суманите вы, ёкарный ВВ, чем занят? Меня тоже тогда. Так бесит эти криты, а? Давайте, народ, присуманим. Да, сейчас будет. Лока нет. Я нижние три занял. Ну, короче, ты увидел. Верхние три. Верхний три. Крест, череп – это для миликов. Квадрат – для танков. Ты, Деха, остаешься на арене вместе с Войдом. Помогаешь собирать трэш. Весь остальной рейд стоит в центре. Вы просто бегаете, там кикаете им косты, собираете трэш. Главное, чтобы все жили. Сейчас, секунду, Калямс поменяем. Калямс тут. Калямс. Все остальные стоят, стараются выжить. В комнату идут. Я. Хорошо. В комнату идет Электробус, Калямбас, Сатурон, Расим, Петарда. Еще бы кого-нибудь мощного. Где он с Пайнкиллера? Погоди. Я много раз туда бегал, но у меня пингует, так что лучше... Адванс, давай. Не-не-не, ты будешь на арене стоять. Он прилипал, мы с собой возьмем промечок на танцу, что надо. Пивной поставь, здесь нет. Еще одного сейчас придумаем, чувачка. Хилл, Джуникс. Ты сейчас ролить будешь? Это на готовность на ролл? А, да. Хиллы по меткам куда говорили, нет? Нет. Сейчас назначат, там будут такие хила. Пароль. Ну, блин, я на ДКш эту хрень. Это самое. Ну, пароль, если ты вдруг вырежешь, мы тебе отдадим. Ладно, 76. Че, не больше 83? Никому не надо. Нифига себе. Ну, Мак, поздравляем. Обмен. Спасибо. Одну пока даем. Одну печать держим, потому что не ясно, что будет он ролл. В конце рейда все будет разрулено, анролл будет анонсен. Так что вы не переживайте. Так, по хилам. 87 выкинули. 83 план. А, да, но я после сказал. Есть у кого с собой первого элемента в 3 штуки, я куплю. И цены такие сейчас там, блядь, какие-то, блядь, ебанутые. 5500 или сколько? 5400 он один? Не, ничего нормально, не стали по 9. 5979 сейчас. 5800. Так, еще раз, ребят, комната. Электробус, Калямбас, Сатурон, Расим, Адвенс, и пусть будет
Так, что у нас тотем хил, что ли? Да. Ладно. Прилипало, давай тоже с нами. Прилипало тоже в комнату. Я сразу говорил, бери его с собой. ДПС быстрее закроет. Конечно, а то что он слапец тут стоять будет. Так, ладно. Ты хилов назначил на метке? Ну вон, стоят. Ребят, в метке хилам по одному человеку. Распределитесь, забейте сразу. Что, не хватает метки? Ты метку забрал в миле? Не колодец. А, миликов еще назначим, да. Короче, между печеньками... Я в трусы, короче, все. Так, по миликам, ребята. Деха, будешь стоять в квадрате с танками, стакать раскол, орать на босса и все. А, Войд, мы с тобой танчим, если надо, будем меняться. Дальше. Крест идут. Черная банка и прилипала. Череп идут. А, сейчас что ли? Дайте баф, пожалуйста, Роги. Прист, лапу. Ну давай тогда череп, пейнкиллер и Джонни. Остальные милики, ну, Руслан, не знаю, там, как ДПС, лучше тебя скормить, чтобы не сложить никого из мощных палов. Там под балконы стоишь. Да, под балконе куда-нибудь уйди и все, то есть отдыхаешь. Фурибаф, кстати, тебе хватает, да? Фурибаф. Я могу, в принципе, под змею подойти, чтобы ебало оторвало и все. Не, сейчас не надо, сейчас ты поможешь здесь с трэшем, а потом на второй фазе, чтобы молнии не сыпануть лишнего, отойдешь. Все, окей. Все, кто в комнату, идите сразу к рычагу. Готовность по отчету, танки пулят, трэш. Адванс. Алстин, что такое? Скажи, что ты тут. Нет, все, тут. Все, отлично. Все, ребятки, мы справимся. Главное не тупить на второй фазе. Комнату постараемся быстрее закрыть. Я в центр. Дэх, пока здесь, крикни на нас. На ХП. Только ХП. Молодец. Все, кричи весь бой так. На арене мобов не забудьте подиспалить. Может просто их убивать? Да? Дальше второго светильника не уходим. Танки ловите, не стойте. Вам можно убивать. Вот такой гениальный лог, блядь, своего пета туда отправил. Вот нахуя так делал? Нас один. Лог один в рейде. Ну, это такая, вот, не знаю, я же понимаю, что ты там... Танки повторюсь. Супер шарящий игрок. Сорян. Интересно. Танки повторюсь, не хочу танчить магом. Мне этого на шума не хватает. Лок, блядь, Денис, без самодеятельности, давай, мы знаем, что ты шаришь очень классно, но не в этой ситуации. Так, у вас еще минута 40. Так, лучше не на танке. Стоять, стоять. Бежим. Миликам БР не давать. Вы не просто умираете, вы освобождаете слово. Черная, держись. Что случилось? Сорок секунд, мы успеваем.
Дайте ребавку себе. Последняя пачка. Можете запулить быстрее танка, сейчас пульте, но по центру не берегите. 26 секунд у нас. Словушки, аккуратно. Добиваем трэш, танки в квадрат. Войд прес туда и инер. И разбегаемся. Так. Давай. Танки в танке стоят. Ух ты. Азулиса поднимаю. Геру дайте. Мишка, хорош бегать. Все, в нас стоим. Деха тоже. Деха видим. Ром, блять, кто там по центру стоит и рога, ебаный в рот. Ну, ну хватит. Ну, я уйду, а что, я тебе мешаю? Что-то? Не, просто молнией зацепишь. Нет, специально делили по две метки, чтобы не цепануло. Луна, отбегите. Возьмись меня, залью им. Нет, куда не бегу. На следующем заберу. Печенька отбегите. Да, вот разряд молнии. Все-таки цепануло. Ну что, молодцы. Будем надеяться на щит. Вот, будем надеяться, что также убьем Алгалона. Алгалон не видит вообще. Вот Мимирон. Мимирона в Хэме мы бить не будем, ребят. Уж извините, но не будем тратить время. Я посмотрю, сколько людей сдохнет там было. У меня на диске осталось только получается мимика. У меня тоже он последний. Мимирон в Хэйме, это жесть. Нет. Сейчас бежим на Мимирона в обычке. Везах Сиёк. А потом Алгалон. Поднимите и пинг не скач ни у кого. Ага. Да нет, нормально. То стоите на месте, потом резко все так бегаете на спида. Ну, немножко подлагало, в принципе. Так. У меня тоже скриньте на всякий пожарный лут, там все дела, и поднимите, пожалуйста. Тканевый это. Спасибо. Руслан, ты не принимай на свой счет, я просто к тому, что да специально... Я нормально ничего не говорю, я просто думаю, это, там типа молния будет, все дела, я там, ну, прожался. Ну, ну ладно, просто ушел, ты же все равно цепочку составляешь. Пожалуйста. Ну, все, не без проблем. Ну, да. Так, меня и меня опять местами. Да, хорошо. Да. Мы берем одного хранителя Торима и бьем его как плюс один только. Поэтому хранителя никто не трогает. Арбалет кому-то нужен? Ханту, наверное. Ну Ханту. Или там кто может найдить? Роги. Роги, вары. Логично. Искра воображения. Я думаю, все-таки ханты, да? Ну, по сути, и роги, и ханты носят, а там решайте. Но им другая, но им другая эпоха идет. Кому? Рогам и варам они берут ЗС-ки. ЗС-ку еще а сходи. Она идет бисовая.
Да, давай в салон. Я, наверное, когда-нибудь соберу себе спек ДД и... Поделимся. Так, сейчас поменяем. Сразу. У меня мейн ван. Бля. И он именно мейн и мейн танк, да. А это я... Мишка мне просто понравился, я его решил на приколе иметь. Так, пиноколада, милк сюда, Азулиса. У меня Увар тоже посильнее Мишки, но Увара в Т6 обидели. Рахим, ты здесь? Дайте поворот. Ладку интеллект. Да, это тоже кричи. И на колладу где? Ладку интеллект. Ты печеньку ролик будешь? Печеньку ролик был, да. Ну, я думал, не дотронулся. Ладку интеллект. Блять, серьезно? Это с кого? Иди нафиг. Ебать его рот. Прилипалу. 98, 99, 100. Угу. Да, да. Ну-ну. Поздравляем. Это с кого было, кстати? Рэй. Угу. У нас сейчас самая свежая одна, и она сторима. Где он? С печенькой разобрались, готовность на босса. Интеллект. Практика будет? Интеллект. Сет урон. Блять. Интеллект. Сейчас три человека умрут. Раз. Не взрывайте мины. Раз. Полей. Ну блин, ну Хан, как? Не знаю. Да, вопрос. Я думал, будут милики. Ушли, ушли мили. Слушай, не, она все равно от процента бьет. А что это за один у нас? Че он чем-то плеваться начал? Да, кстати. Вроде не было такого никуда. Угу. Да, коньки взрываешься. Что, опять что-то эта контора. Как эта контора что-то намудрила? Только эту червя. Я думал, ну типа магия. Ну все равно что-то много, 90 тысяч прилетело. Да, прожимка на 300 саппорта всему на 15 секунд раз в минуту. Он прям классненький, но конкуренцию с топовыми тренингами не выдерживает, потому что хп маловато. Так тебе хп жопой же, тебе не надо. Не, хп много не бывает же. Тем более у меня пока немного для мишки. Вот... Треню с Ока, с обычки, не помню, как она называлась, которая давала саброд пассивный 30, и потом от магии... вот это... пистон. Пистон, да. Вот его надо тебе по-любому найти. Ну, он же этот... Он, кстати, дает 100. Он, кстати, с падает же вроде. Ну, да, он дает падает, 100, но он забирает все остальные отнимает другие, но на боссах, где конкретно одна магия бьет, он идеален. Ну... На самом деле, слабоват, потому что... Слушай, ну, он в бисе прописан, это же не зря. Ну, мне кажется, тут кто-то кого-то не понял, потому что сейчас на большинстве боссов актуального контента идет совмещенная магия, то есть не чисто темная, а, допустим, скверная, это агония темная. И там, я помню, я пистон тестил на варе, он, блядь, каждую секунду перещелкивался. И это будет
не одновременно, и ты можешь что-то контролировать и отслеживать. Это по-любому. Так чтобы... он же сам пассивно работает. Нет, как это? Ты по-любому это можешь как бы контролировать под пожимки и все. Не, ну просто там если я... лутает, пускайте босса. У вас сумки будет принять. Там, ну как, если я лутаю урон от огня, да, у меня огонь повысился, все остальное понизилось. Если я лутаю урон от скверны, там, я не знаю, там идет по сопроту. Темная магия или огонь. У меня на самом деле этот пистон-то есть, но я ни разу не видел, чтобы его кто-то актуально применял. Галадриэль. Я скинул уже. Ну, надо попробовать, потому что я говорю, в прошлый раз как применял, он у меня, короче, постоянно каждую секунду передергивался с магии на магию. И это, по-моему, был кель. Да, Тинер. Еще один дал. Мы ему точно не надо. Я смотрю, у нас одновременно. Милики ноги, РДД голову. Малайн, Сатурон, кто там, Милка, наверное, еще голову. Остальные в грудь. Кто может Гера? Ну, это, конечно, не обязательно. В грудь больше, в грудь. Выбежали из ракет. Сатурон вышел. Ох. Я же говорил, трое сдохнут. Голову не бейте. Добили голову. Ноги, ноги, ноги быстрее. В ноги больше. Миллион. Успеете, нет? Нормально. Зерганули. Лут. Нет, увидишь. Нет, поменяйте. Тем сейчас вход впитит. Два даже. Путника. Галерей налево. Плечки, плечки кожаные с ученым дадите латранс померить. Я точно сам не поправлял. Так, а мы на кого сейчас бежим? Галерея налево. Резок с юг. Плеча. Матранс. Это кто-то? Ну вот, у него заберите. И тогда надо Войду отдать. Первый элемент. Чтобы у него остался. 87, 88, 89. Еще одна суточка. Кольцо. Ну что, давайте стрижку, что стоим? И вот тут. Да. Полетели, Мишка. А, вот не тут. Ну ладно, будем надеяться на меня. Че ты, Азулис, отдал плечи и Войду? Да, да. Ой, дай мне. Ох, хватит! Да, давай после трэш. За стенки не прячьте. Это страх. Ничего, и ходить надо, и потом... Просто отдать. Подержать. Просто сумку... чтобы они упали. У тебя в этом в общем чате напишется то, что добавлено. Так, вы куда улетели? Турмалый. Сагрли. Зачем вы сагрли? На пинаколоду написал, побежал.
Петарда спулил. Тонкий жрец, а самая толстая жопа. Я вообще хрен знает, где был он меня. Нет, притянул. Тут копии мага с красивыми плечами, Милфа, на него пошли. А Дон показывает на петарду вообще. Я в таргете держал моба и видел, как они шотнули твою копию. Меня аж с ворот притянуло, где эти занавески. А его, да, он же притягивает. Да, кстати. Да убьем, ничего. Имба. У мага? Или какие? А, кожаные. Он пойдет, он просто... На рогу сейчас кучу найдешь хорошую, поэтому может потыкать так. В смысле, блять, пойдет. Охуенный трансмог. Это кто меня сдал? Какник. Да, чтоб черный лист хила. Ну это ж фишка хэпалов. Да, да, да. Да. Да, только голос был мужской. Не-не-не, там Милфа, короче. Мужской. Ну или нет, не знаю. Так, где там Войд? Давай. Объявлена награда за Эрела. У меня, короче, вылезло, что добавлена модель, теперь я могу отдать ему. Да. Все, отдаю. Спасибо большое. Колечко 297. Дайте готово. Все тут. Все, давай. Кого-то не хватает. А, Адвенс опять отстает. Его притянет. Короче, влетаем, косты бейте, и все будет четко. Ну так влетаем. Милики на боссе на первой фазе без ауе. Ауэ. Ауэ. Короче, вот без этого вот самого. Че, у вас там еще мест нет? Нет. Забиты. О, слушай, ну че, Колямбас, напророчишь нам копье? Не упадет. Ладно, тогда он рос вспышка. Два упадет. Лучше три вспышки. Колямбас, а помнишь пророчество мое? Я сказал, упадет, значит упало, ну, да? Ты, да, давай шо в этот раз ты скажешь. Не, сейчас шея должна упасть, мне нужно. Ты прозорливый. Шея. Нет, там не падает такая шея. С йога. А, нет, свезок шея мне упадет. Прошаренный шаман. С йога упадет кровь. Ну, а 297? Так, кровь-то не 297, нет? 290. А 297 с юга... Гимиук-то, да. Этот упадет, скажи мне, блядь. Тапки 297. Нет, штаны вот эти уебанские, кожаные. Тапки не уебанские, да? Да, что вы бой-то начали? Ребят, сразу предупреждаю... Нет, ты чё, ты главный... У нас второй танк. Я всадил. Сатурон... Тоже у меня сглубы со своей неинтересной. Со своими глыбами. Один тотем ставит, другой глыб. А ты крови потом, что ли?
Ну что, хотите мотивацию? Топ-5 по парам минус кроллу. Если убили. А что будет опять? Немножко мотивейшн. Неважно кто, неважно что. Сразу появляется пауэр. Ну да, потому что, я говорю, убили пары, мы падаем. Это трата нашего времени. И, так сказать, полнейший пиздец. Поэтому пары никто не дамажит. Никак не цепляем. Первая фаза, мы тупо тухаем в босса. Но не АОЕшн. Пары будут анонситься. Да, действительно, лучше пофакашить. Потому что ДПС как говна. Люди бьют хорошо. А я точечно на землекрушение. А что это за нахуй 4 метки? Это, что это? Ноу-хау какое? Не ставили? Тебе молния только точечно бить стоит и все. Да у меня землекрушение строго бьет. Он разве не уешет? Землекрушение бьет по нескольким целям. Ни в коем случае его нельзя использовать. Парня, рофлю. Нет, знаешь, рофл рофлами, но когда ты 7 траев тратишь по грэде на везок, все это уже не смешно. Поэтому давайте с первого трая, без лишних слаков. Мы с Русланом штук 50, наверное, раз вместе бегали. А что за ноу-хау в 4 метки? Расскажите, поведайте. Или что это, блядь? Зачем 4 метки, не понял? Квадратики. Херачишь босса, в тебя летит копье, ты перебегаешь в луну. Возвращаешься обратно в квадрат и бьешь босса еще больнее, и у тебя мана не кончается так быстро. Нет, это на кого вешаете метку, выбегает квадрат. Квадрат выбегает именно с меткой, а не просто выбегают. А трусы для чего? Подставь подальше вот эти крайние метки. Когда ты убежал в луну, и на тебя повесилась метка, ты бежишь еще дальше в трусы, потому что тебе куда бежать? Крест? Лучше близко стоять. Назад вас чем не устраивало в Дживсу? Вот это. Да конечно, блять, он соплю кто-то проебал, к тебе телепортнулся, нахуй, и ты отхилил босса. Так, может, не проебал соплю? Ну, сам факт, что знают люди, что метку надо выносить, это уже радует, а остальное пофигу. Ну, лучше влево-вправо выносить, нет, потому что, как правило, сопли проебывают. Да, тут... Ты на боссе же будешь постоянно сидеть, поэтому покикай косты. А, хорошо. Там я тоже я могу покикать. То есть метку из луны выносить. Отстрахуйте меня, потому что... Да, я подстрахую, да. Из там... луны в трусы, из креста квадрат. Стоим в кресте. Ну, ты только подальше их сдвинь, а то, блядь, они станут подальше. Квадраты, пиздец. Прям дальше, еще вот на два моих корпуса. Пусть отбегают, похрен вернуться в рейд, но чтобы не зацепило, уже проходили. Давай, трусы тогда подними. Так, ребята, теперь мотивационный анонс. Еще мотивация? Мотивация. Я думал, как пивка нальет. Топ-5 по урону. Ты просто без убийства. Просто по урону. Кто что-то дал? Да, просто по урону. Типа вообще нахуй не будет. Деха, как к нам прибежишь в миле, крикнешь тогда. На ХП. Yes. Все, отлично. Давайте, готовность. Электробус на боссе, а Войд будет на Аде. Все на пулы дадите в Войду. Ну да, суммируется. На Аде, да, саранитовый враг, он твой. И ты его выводишь поближе, то есть... Поближе к РДДшникам, чтобы они свичнули. Обратный отчет. Перебежали? Я же говорил. Близко нет. Ну, можно за ней убегать. Пары. Стоп, АУЕ. Перебежали. Пары далеко. Продолжаем. Перебежали.
пары через 10 секунд. Топал Е пары. Пары близко к миле. Аккуратно. Перебежали. А мне пока дальше убеги. Ну, не все знают, что метку выносить надо. А что сказали про вот эти вот трусы и про... А мне пофиг, а зачем ты метку безликого в рейд занес? А он даже не понес никуда. Не, так я имею в виду, он с луны, ну, вот выбежал с луну, и потом он в крест забежал обратно с метки. Падай. Ну, от кого? Ну, что за хрень, ребят? В смысле, метка на мне была? А мне пофиг, да, чат смотри, как минимум. Ну, на тебе метка была, на шамане, а мне пофиг. Не, я знаю, что метку выносить, я просто ДБМ мне это не показал. Я знаю эту фигню, что выносить. Вон, видишь, в чате написано метка безликого на таком-то, таком-то. Читай чат, значит. Не-не-не, да. я, ребят, я не спорю. Я не спорю. Давайте без таких глупых вайпов. Мы даже пары ни разу не задели, а метку не вынесли вовсе. Упадите, пивной, подожди, что за хрень? Диван же должен работать, да, на этом. Тотемы. Как у меня тотемы стояли, на мне диван дали. ПКМом под своим это, аватаром убираем тотемы. Дотянетесь до меня, я под боссом. Снимаю. Так, у меня масс-реса нету, буду это... Меня подними, петарду, я подниму. Я там уже. Попробуй ставлю крестик. Починить. Да-да-да, все, я понял. Ну вот, чисто это. Она же жирная, выбегает, надпись такая выбегает на полэкрана у меня. Да ты лучше не надпись, ты лучше звуки поставь нормальные, пиздец. Ну кушайте, кушайте рыбу. Чё там Джек Воробей стоит, ну? Питан за Воробей. Так, ещё поесть надо. Не хватило. Не доел. Так нет, просто КПМ недавно рыба. На баб, на готовность. Добегу до матчета, если все готовы. Изи Крип, Джонни, Сатурон. Что такое? Настакивается или что? Блин, я ману не восстановил. Ай, костяк. Восстанавливай. У кого фулл мана вообще? У меня. Это всё. Всё. Пейте припоты. На, ну ладно. Ну так полетели. А чё, был же. Ну извините, не заметил. Что за хрень? Вагон. Ну вагон. Ну ты... Перебежали. Так точно. Ну ты куда полетел? Ну видишь, надо ударить. На ХП и не перейти. Ужас. Прибежали. Давай, давай, вставай. Прибежали. Поднять, покричать. Пиноколада. Я встану, у меня перезалка есть.
Ну, ты так просто номинально будешь бегать, а маны не будет. Лучше лежи. Перебежали. Танки в крест. Пары в миле летят. Пары в миле. Задели. Шамион. Задели, ударили. Нельзя убить. ГП. Ебать, кто так криво нахуй стоит? Эрдру, крест. Видел? Танки в крест. Пары в миле стоп АУЕ вообще. Зацепили. Еще сильнее. Перебежали. Опять в нас. Стоп ДПС. Хант. Убрал руки. Перебежали. Золис. Бегаю. Только добегаю. Пары за танком, аккуратно. Пары идут мили. Перебежали. Не могу набирать. Мил посбрось. Пары мили, не могу набирать. Пары заделим. Нет, пары мили задели. О, сейчас минус рукролу я тоже получу. Хант, блять, сказал, руки убери от клавы. Там не только стоп хант. ДПС, вообще стоп, просто там ни хант. Хера. Кто лупит дальние пары, вы охерели, хант, что ли? Хант, соплю кидает. Я сопли вижу, да. Там у еще и вар. 8 секунд, подождите. Все, ничего не бейте, никто ничего не бьет. Только танк набирает. Агро приготовились напуливать ада в Войда. Еще одни пары сейчас собираться будут. Все, да, собирается. Да. Метки перебираем. Также надо выносить будет. Адванс выбеги. Сейчас появится, сдашь Берсу. Выводи его. Геру. Слушай, он куда-то далеко пошел, нет? Ну, тихо, тихо, но ты не это. Что за херня? В районе босса, но не близко к ним, ну просто чтобы они доставали. Да с него сорвали, он тычку даже не успел дать. А, перебежали. Веселые кастеры. Всплеск танка держать. Перебежали. Убьем врага, справимся, значит. Хант на волотке, блять, от Долорана был. Да катин хуй минус ЕП въебать. Не, а чё, не убивали. Не слышал? Не, вопрос же просто надо слышать же. Темные плюхи теперь шотают, выносить надо еще резче. Малин выйдет. Стойте все. Куда вы бегаете? Перебежали. Рано расслабились. Сейчас можно туннелить, как хотите. Перебежали. Уже мана кончается, чтобы туннелить. Хан, объясни, почему летела сопля в дальней поры? Как ты это сделал? Эх, не передумал. О, Волдритар. О, три вспышки. Угу. А так хотелось. Так. А, кстати, да, где щупалка? Где щупалка? Щупалка, если бы упала, анрол, мне пофиг. То есть, то, что вспышки нету, похуй. Главное, щупалка, да?
Ну, тут хотя бы, знаешь, это хотя бы топ-2, но вспышка вообще... Слушай, она здесь и падает или с йога? Не, здесь. Куполка падает, здесь, падает. Только я ее один раз видел, я не знаю, падает ли она в других сложностях. Я понял. Да Маргу ее отдали. Она ей не пользуется. Не видел, да? Она ей, да, не пользуется. Блин. В обычке в десятке падает? Что это игрушка, которая... Отдает. Ага. Да, в десятке падает. Сила, крит, РПБ. Нет, здесь она падает. Мы из ХМ ее выбивали. В том-то и дело. А в обычку мы не ходили. Так, танки остаются танками. Азулис, ты запустишь? Темной сути. Хант. Чисто на трансмок. Хант, так что там случилось? Объясни. Ты без понятия, я по боссу бил. Ну, блин, сопли какие-то летели. Ну ладно, пронесло. Убили же. Пятого сопля. А как это работает? Не просто, ну, я говорю, я за кота не шарю. Он виноват. Сопляк действует как конус холода у магов. АОЕ конус. Он был далеко, а она все равно Ну ладно. Так. Урон по дайте в детейловский урон по этой по как по парам. По парам, блядь, и все. И чё? А за 2000 какая-то. О чем ты говоришь, Войт? Ну вот, вот мы тебе про это и говорим, что тут 5 человек ему кричит, чтобы он не ауешил, он ауешит. Ну ладно, убили, все. Давайте продолжим, закончим босса и разойдемся. Да, вспышка, ничего не упорит. Так, ребята, спускаем одного Торима, только Торима, чтобы танкам было легче убивать. А кто пойдет спускать? Азулись ко мне. Все, больше никто никого не трогает. Коля, привяжу за тебя. Так, по танкам. А за три машки убьем? По идее. Сейчас по танкам Войд, понятно, с электробус остается. В комнату идут все дамагеры, блин, все милики, короче. Только не сдохните там. Расим, ты знаешь, как комнату хилить. Поставь, помоги его отдельно. Я ему квадрат поставил, метку ему сбоку поставь, с левой стороны. С моего лева? Как заходишь в комнату туда, с левой стороны. Сейчас приду. Его лево. Ой, что-то далеко. Метка, квадрат. Только для назначенного человека. Для петарды. Все. У нас кто-то падал? Кто-то падал. Рыбка стоит. Давайте сразу. Кто не знает, что тут делать? Пока едим, бафаемся. Я не знаю, что делать. Значит так, будут появляться пары. Сейчас смотрите, сейчас все бегают. Азулис, поставь на себя метку, ты РДДшник, ты будешь всех водить сейчас. За звездой. Танки стоят под юбкой у Сары. Танки будут ловить адов, их надо убивать под Сарой. Никто по лужам не бегает, это лишние ады. Косты кто может бить? Сбиваем. Да, еще фул будет орать. На второй фазе. Милики никто в коем случае не должны подходить к большому щупальцу. Он шотает даже танков. А так все РДДшники заливают большое, весь рейд заливает все маленькие. Появились порталы, РДДшники все, просто нахрен все, пошли и залили этот сраный мозг. Но бегите в одну сторону. Расим, куда? Налево, направо? Налево, вообще, да. А что, за мной бегать теперь буду? Ты хил в комнате. А, хил? Ну, давай тебе бить, но много не дамажить, потому что обратка тебя сложит. Там есть рефлект на этих щупальцах, поэтому аккуратнее бейте. Короче, кто из моей зоны выйдет, тот труп. Все. Просто не гоните, но в темпе убивайте щупальки. Все. Связь сносить вместе, на босса лишний раз не смотреть. На третьей фазе все... Так, Войд, ты знаешь, что тут делать? Да, мы жопой, короче, в зубах у него стоим и по очереди берем ады. Милики все заливают адов, их надо добивать будет. Их добивать будет Торим. Все остальные свечиваются в босса, будет выдана Гера.
от крика надо отворачиваться. Азулис, поанонсишь? Хорошо. Говорю, могу Мишку, если надо. Не надо тут Миша больше. Здесь, в принципе, два хороших Мишки уже справляются. Я лучше Деху спекну, чем ты шестого ярдро откажусь. А я сова. Нам надо ярдро? Ладно, ДПС тоже нужен. Готовность. Джонни. Я здесь без припотов, просто бежим. Адвенс. Можешь заходить в комнату. Побежали потихонечку. Хорошее окно сейчас. Скоро мы сразимся с главарем этих... Главное, чтобы они не в рейде были. Там разберемся. Здравомыслие не теряем. Его не восполним. Ну, тоже метка решила. Забираем оба. Аккуратненько, размеренно, и ляжет ее. Что-то подлагивает как-то. Вроде нормально. Забери, забери, куда? Под боссом надо убивать их. Ну вы подождите, пока не до танков добегут, нет? Потому что у нас только таун. Сейчас нас туча догонит. Тем более, иногда они не встречу. На второй фазе, если чмокнете Сару, получите очки. Ну заденете сзади, сейчас заденете аккуратнее. Готов ловить ее рейд. Нормально. Еще два, да. Вот этот как раз прибежит через босса. Будем бить. Сзади еще один. Отойдите немножко. Так, этого держи. Дальнего заберу. Зацепил лужу, приготовься ловить из нее. Две лужи сразу. Да, нормально. А, все, успели. Все, бегаем все в одной кучке, не рассасываемся. Рано их целовать. Выйдите тогда. Нифига себе вы. Когда она в эту валькирку превратится, там тогда можно. Как она наверх поднимется. Сейчас можно. Вот. Отошли. Офигеть, от большого, все ушли. Побежали по обратному кругу, надо убить разлагающее дальше. Диспеллы. Отбегите от лучей. От лучей. Отошли. Деху спасти, сейчас умрет в лучи. Нормально. Свести эту связь. Связь свести. В щупальце ты можешь ее бить. Как у шамана 64 здравомыслия? Или это у меня лах какой-то? Нет, да, пофиг, ты как там лутаешь, я не понимаю. Спиной к центру ходим. Связь вместе. Снесли. Красавчик. Портал ушли, ушли от большого. Порталы пошли, ДДшники. Савейджи захильте. Ага. Он просто с щупальца упал сразу. Аккуратно. Не гоните, дайте петарде вас выхилить. Связь красную снесите, ёбаный карась. Ну где вы бегаете-то? Там большая щупалка. На той стороне маленькая. Здесь пыльте, нет, плохо мне. Давайте возле портала сразу. Как у вас там? Мост. Начали бить. Не геройствуйте, выходите скоро. Снести ближе. 70. За 5 секунд выходите все. 50. Нельзя. Переведите? Вышли. Лучше два раза сбегаем. Вагон. Трон, ну что такое? Ну, блин, добрый вечер. Вообще, зачем туда далеко заходить? От портала стоял. Только не резайте его. Не смейте его резать. Все, потому что он будет снова в контроле. Отлучи. Побежали щупальца убивать. Расим, можно уходить в портал, связь просто пропадет. Порталы. Да, я знаю. Магию, дисплейте с меня, не могу бегать. Ушли. А магия-то голова не диспелит. Диспелит.
Апатию нет. Блять. Маги не диспельт. Магию. Большой-большой, бейте костер. Мышление. Печенька мне. Блять, Мишка. Милфа умерла от контроля или так? Луч попал. Я не понял, я ничего не ловлю. Почему у меня это... Бля, Мишка. Спиной, спиной, Митяй. Я к большому не пойду, Миша. Милфу что сложила? Все под рожу, милики, спиной будем бить это говно. Если близко, резните. Далеко вроде как. Войт, твой первый, я второго заберу. Вернитесь. Ближе. Сейчас будет оглушение. После него отворачивайся. Отвернитесь. Там потом про Геру не забудьте. Милфу бы поднять, много ДПС дает. Я за головой. Ты далеко, да? За головой. Отвернись. Войском аккуратнее, не раньте их, не агрите их раньше времени, а то они ж жопу будут нам лизать. Сейчас будет оглушающий. Джонни Депп, здравомыслие. А Геру не давали, да? Нет. Давайте. Здравомыслие будет меньше 18, получится ачивка. Какая? Нам бы закрыть. Называется почти вагон. Кто уверен, тот может сделать. Нормально, быстро заливаются эти твари. Вернулись. Йога, свечнитесь. Оглушение. Отвернулись. Сатурона подумаем. Расим, просто спиной стой. 20 да я за ачивку. Посмотрю, будет, нет? Ну ты, конечно, аккуратней, нет? Единственный хулипал. Еще 7%. Так, вы, по-моему, все... Адванс. Все. Страх. Давай, ачивка, вагон и ГП. Отвернулись. Сейчас, походу, шамана будем убивать. Шаман, все, просто стой спиной и ничего не делай. Ты свое уголовное сейчас. Страх, не смотрим. Меня шпотнуло мобом. Добивайте босса, уже, блин, понты. Все, бейте. Смело до конца. Да. О, бля. Ну что, интересного есть что? Нет. Говно. Я же говорил, дго на тапки упадут. Говно тапки. Ну, пожалуйста. Ну чё, на алгалон хотите? Конечно. Да, надо идти. Погнали. Так ачивка была или не была такая? Ну, посмотри. Видимо, уже сделали ее. Огонёк во мраке. Вот получил. Уже ракул. Тканевая хрень. Просто трофей, если никому не надо. Куда прыгать? Из тебя. Ну, магу отдам. Да, маг, забирай, дай только подержать меня на транс. Можешь себе их забрать, это так что роли мне, в принципе, не особо надо. И как? Он воду пусть на сову. Ну, давай, давай. Ну, отдаст тогда, кому надо там. Так, Войду отдаю, там уже трансмог. Да, да, да. Вестибюль. Элемент. А, 96. Так, все, стоять.
Ну, хоть какой-то выход. Кинжал. Духовой кинжал. Ух, очень надо, значит. Так, милка. Нет, ну милка. Чего? Не, я просто ищу, у кого эти тапки. А, извини, я считаю. Нагрудник, кольчуган. Что, дашь подержать? Чем меня бьют-то? Что, ключа не уклонит? Есть. Штурман. Чего? Давай этот десяточку потом в тюрьму сходим по фастику. Ну, если наши это останутся, давайте. Но... Давайте только не будем сейчас тупить на Алгалоне, мы прям классно все затащим. Мы же мощные ребятки, правильно? Ну, смотря кто бахать будет со звезды. Ой, эти, блядь, звезды. Че никто так не открывает? А че, открыть не у кого? Калиамбас. Я не хочу, мне тут сапоги нужны, и ты это, квестовая хреновина. Угу. Сатурон, ты умеешь? Пароль печеньку старую, которая была. Давай сперва убьем, потом, ну, как бы, тут все равно времени. Нет, в смысле, ты АФК, ты сейчас играешь, или чего? Или мы тебя меняем? Ребята, печеньку ролили? Нет еще. Готовность, упражни на печеньку. А че, дверь открыта, а манчики? Слушай, все вроде как здесь, давай пароль. Все готовы, просто к обмену подойдут. Пароль старую. Алгалона не трогать, он пока таймер не запустил. Расим. Ебать, мой хуй два выкинул, блядь. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. И на колладе 94. Для блага вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Рыбку ставлю. Где они здесь? Хилас такой еще. Да, я первый. Меняемся после второй кары на 3-4 стаках. Что у нас будет? Будем анонсить, когда танки будут меняться, Расим. Кто будет гасить вспышки? Сейчас определимся. Сатурон не может. Кстати, можно убивать. Что у нас по хилам? У нас раз, два, три. Я. Пять. Ну, один хулипал. Шесть. Или нет? Тут шестой. Расим перекинули? Расим у нас должен быть в хиле. Он был. Слушайте, вопрос такой, блядь, может быть, глупый, нахуй. А взрыв вот этот пережить плащом можно или нет? Да нет, по-моему, даже бабл не спасает, там тупо не, надо... Не, я ШП тучкой переживаю, типа, поебать, не, а... Нет, тут убьет все. Убьет, да? Все, понял. Танки остаются, они не должны убегать. Танки всегда остаются, переживают. Так, что у нас там? Милфа, умеешь? Звезды пробивать. Ну, ни разу не играл. Ну ок, тогда у нас демон будет на этих. Не, а что нам делать? Ты еще один без голоса, другой на другом персе. Давай, пан, тогда ты на звездах. Я ему тогда помощника дам сейчас. Знаем, из кары выходить по отчету, насколько заходить из улицы. Там, по-моему, на 4, 3, 2. Ну, на 3 было... зашли, короче, найдите себе порталы, такие лужи, которые остаются после взрыва звезды. В них надо зайти, чтобы спрятаться от взрыва. Это будет 2 раза за бой. Да. Кара — это кружки, которые появляются под случайными игроками в рейде. Надо просто поменять свою позицию. Танки будут водить по кругу. Так что, милики, у вас с этим проблем быть не должно. Деха, раскол. Геро 2 минуты, так что успеем. Как раз геро даются на последней фазе.
По поводу живых. Неактивный танк, который отдыхает от стаков, может помочь со звездями, но они танчатся очень плохо. Скидывается постоянно. Оно скидывается постоянно. Убивать. А что ДК помог? Ну блин, он одно грипнет и все, и полминуты стоит АФКшит. Нет, так не работает. Их все равно слишком много для двух ДК. Будет здорово, если вы их грипнете из РДД зоны, а может, танки уже неактивно будут держать. Подбивайте. Да, Геру лучше дать на первой фазе. Зачем на первой? Ну потому что здесь она опаснее. Вторая, мы ее тупо первая добиваем. Фаза намного сложнее, потому что... Ее всегда на первой дают. Его у нас на РТ, ее всегда на первой давали. А когда он уже просто с этими порождениями тьмы... Осталось. Ждем просто. 50 секунд. Когда он с порождениями тьмы на второй стоит в центре, он просто АФКшит. Все. И звезды не взрываются, и ничего не происходит, поэтому максимальный ДПС надо в него дать на первую. Только что. У тебя 30 секунд, давай. Все знают, как прятаться в луже. Главное, чтобы за вами не было созвездий. Нет, отчет будет, отчет будет. Зачем отчет, если он сам запускается? Отчет будет в голосе, анонс на заход. Раньше зашел, есть шанс, что тебя раньше выкинет, и ты словишь сурово. Заходите на 3 или на 2. Ну, чтобы уже вот 2-3 вы уже прям были там. Адванс. Поросиму СС. Он мой. Забегать. Забегать просто в них. Ладно, готовность. Гера у нас откатилась. Давайте попробуем. А мне приста бафов нету, ничего нету. Приста, все обновить. Деха, с тебя крик. Здесь это критично. 33, а, все есть. Припоты можете сейчас не пить, он долго будет болтать первый раз. Поэтому... Баф, баф не тягр, баф Росиму. Все возможные исходы этой схватки прощены. Спасибо. Да, я могу сам включить систему бафать? Да, ну я это так. Ребят, у меня кончился саппорт, мне жопа. Тебе саппорт дать? Ну, уже поздно. Давайте, победу. Зачем? Стоим, стоим, стоим. Там. Да, и вводим его. Геро. Бегаем, короче, а луна тут все в трусы. Взрывающаяся появилась первая. Сразу несколько. РДД, сбегитесь в трусы. Кара, перебежали немножко. Давайте влево. Перебежим сильнее, потому что здесь мили-звезда. Не цепаните ее. Еще. Не взорвите две сразу только. Давайте, да. Прожимай, прожимай. Сейчас мили взорвется. РДД, отойдите. Сокру. Я этот прожал. Мастакру. Нормально. Держимся. В РДД зоне. Перебежали. Карамели. Готовьте. Жми. Дыха, до свидания. Можно. Ну перебегать же надо. Перебегал. Ну, значит, медленно. Процессе. Давай. Войд, танки поменялись. Отбегите от... Вагонов не резать. Взрываю. Перебегай. Подожди, после кары взрывай. Блять, улетели все нахуй. Нет, взорвали звезду. Нет, улетели все, я видел. Взрыв черной звезды. Ровно. Мы сейчас учимся входить. Нашли порталы, рано забежали. 3, 2, забежали. Я нет, три. Забежали на 3, Азулис. Надо было на 3 забегать. Забежали на 3, какой нахрен на 1? Народ, блин, на 1 только начинает слух. Да там в таргете босса держит, видно его каст. Давайте... Он контролирует, да и все. Падаем, падаем. А можно предложение? Просто давайте не будем вот по кругу вот так вот водить, ибо колодец просто всех не поднимет. Вы от колодца убежали. Мы его переводим на карим. Я рад. Нет, окей.
Ну да, 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 да. Типа, просто оттуда убегать и от кары, и... Можно, типа, кто в лес то по грибы, похуй. Не хильте, падайте. Чтобы кара распределялась, из нее выбегали. Обычно по полукругу и воин. Туда, обратно, и чтобы подальше рейд был от взрывающихся звезд. Okay. Это, конечно, не всегда работает, потому что есть доля рандома, но она, по крайней мере, сыгранная тактика. Так, стоим без звезда. Ну, у нас все милики на каре летали, я точно видел. Короче, там до этого, там идет, там взорвалась звезда и прошла кара. Не делайте так. Либо взрываете за несколько секунд до кары, либо после вообще этого. Давайте. А можно смотреть в экраны и не взрываться на каре. Ну да, тут вопросы уже к меликам. То есть красная вот эта вот метка такая руническая, она еще пульсирует и крутится. От нее надо отходить и дальше, чем она есть на самом деле. Там плюс-минус 2 метра у нее еще раньше. Там еще в порталы не все зашли. Порталы на 3 и без флуда. Я не могу с самого начала считать, я вижу примерно, когда кончается. Ну ты же слышишь, что он считает? Я его не слышу, я без звука играю. Так, плохо дело. Да не надо ничего читать, просто говорить заходим и все, люди заходят. Скажем. Ну, поэтому анонсил, ну, нашли, ну, порталы, ну, и зашли. Заанонсил, да, там, ну, приготовились к порталам, потом зашли. Ну вы когда видите уже каст, вы уже разбежались, блин, вы его не дамажите в этот момент. Нахрена ваши циферки, если вы сдохнете? 300. Лапа. Интеллект, лапа. Зуби, стрельни, пожалуйста, сопротивник. В смысле стрельни? Ты мне их отдаешь, потом обратно забираешь. Что это за человек? Ну так я ж говорю, стрельни, это значит, что я верну. А, я думал, ты мне говоришь, чтобы я СДБ взял. Спасибо. Так, ладно. Да, так же. Дэха, кричи на ХП и лишний раз не падай. Давайте, ДПС у нас до жопы. Мы сможем убить алголона. Просто чуть-чуть сыграни. Пиноколада. На 2 пейте свои приплоты. А смысл? Все равно кончится. Стоять. Геру. Руфы. Взрывающийся. Кара через 4 секунды. Побежим в обратную. Луна. Сейчас взрывающийся взорвется рядом с Мили. Две сейчас будут. Народ, а нахера вы две взрываете сразу? Ты как еще бьешь про меня? Один играет по звезде только и все. ДПС по звездам скинули. Прайм, прайм. Вышли, вышли, вышли. Мы так же стоим в луне. Приготовьтесь. Взрываю. После следующей кары заберешь. Он бежим по креста. Если на нем не будет кары. Переходим. Сейчас танки меняются, Расим. Суровые нашли дыры. Взрывающиеся. Суровые дыры зашли. Не зашли, а приготовились. Стоять.
Вот нафига кто-то говорит, ну, не зашли. Тот, кто нужен. Нет. Кто сейчас сказал, зашли, блядь? Нашли. Зашли. Была. Уже зашли, блядь, это потом, у нас на полнарода вылетело. Еще 5 секунд до коста было, а уже, говорит, зашли. Ну, кто-то сказал, зашли, да. И люди давайте, ребят, проще. Приготовились, там, за 3 секунды, 4, добежать от кроме Релла, зашли. Никто не говорит. Ну, здесь не слов. Говори один, и все. Типа. Да, просто кроме Релла никто говорить ничего не должен, блядь. Просто, помогите, ну, помогите, помогите, и все. Падаем, падаем, у нас слишком много упало. Просто помойте все. Не могут язык с жидом держать. Дай ему вдыхать, только себя оставь, и все. Я делаю то, жизнь не может быть вечной. Я делаю то, что ваше время. Два слова, приготовились и зашли. И все. Молчи. Если каждый будет повторять, будет в канале. А я бежим. Кто по таймеру печеньки последний? Или у нас последний с йога? Последний с йога. Хорошо. Час 44 минуты. Говорит Азулис, Адванс, Расим и я. СС по Расиму. СС спадет после первого срока. Все равно, СС. Привет, переслегли. Рибов попал им. Пик на портал. Рогом Рибов. Деха крик. На баф и на понимание. Азулис. Что такое? Сейчас, секунду. Жизнь и
Бэйр по танку. Назови, говорит. Ну, поднимешь? Я уже поднял. Угу, вижу. Прикольно. Пристабагрил. Вышли. Звезда в миле. Взрывайте. После пера. Танки поменялись. Еще одну взрывающуюся убей хотя бы. Коробки. Приготовились. Нашли себе дырки, нашли. Рано. Зашли. Зашли. И отошли оттуда. Не лутайте лишний урон, кара, выбежали. После следующей кары танки поменяются. Один БР по банке дать. Кара. Кара перед танком, аккуратно. Войд забирает и ведет в другую сторону. Ребаф дайте. У меня инкер кончился. Туннелем боссом. Аккуратно. Выбежали. РГД. Не взрывай пока. У тебя два не добиты. Давай по очереди. Держите рейд. Взрывай вторую. Танки сейчас поменяются, Расим. Приготовились. Опа. Нашли, нашли. Зашли. Я перерождусь потом, чуть попозже. Сейчас. Войд, по Азулису. Поднять Азулиса. Давайте уже. Перебежали. Азулис по Сатурону. Поднять Сатурона. Свободный БР есть? Фаза. Двое, скорее всего, только. Фаза в центр. Убей, меня взрыв. В этот закинуло. Прожмись. Кара, выбежали. Забирай на себя босса, он у меня... Танки поменялись. Золис БР нет? Туннельте. Да. У этого есть. У штурмана должно быть. Тималейн даю. Поднять Тималейна. Держать танка, кара. Кара, перебежали. Милики под вами, кара. Туннельте босса до 6%. Сурово. Туннельте, туннельте. Порталом подойдите. Зашли. Зашли. Еще. Малей, ну как ты так, а? Забрал. Танки поменялись. Молодцы, ребята. Ну вот это другое дело. Подохло, конечно, много, но мы ее осилили. Резайте павших. О, щиточек. Тут говна. Ну, кстати...
Что за код Сигма, что дает? Три шмотки рандомно, по-моему. Не рандомно, а это не по-моему. Или... Ну, лутгу надо. Ну, хотя вот эта хрень... Это не рандомные шмотки, там кольцо, крит РПБ. Не рандомные, да. Духовой плащ, силовой плащ и кольцо МП5. Давайте заново паролю, потому что... По лестнице, пожалуйста, кто-нибудь. Подожди, А, код Сигма. Вот. Давайте, только знающие люди, что надо. Там половина никому это не надо. Ну-ка, ладно, посмотрим. У тебя... Там, по сути, только духовой плащ на тебе. Да, духовой плащ, да. Там кольцо с духом есть. Нет, там кольцо с духом. Там МП5 кольцо, плащ с духом, как на твоей. И на колладу. Да. Да, 91. Он как с Рей, только гнездо у него синее. Первый элемент. Еще один. Еще один. Сотка. Прилипала. Читер. Вторая сотка за рейд — это много. Ненавижу тебя, прилипала. Так, щиточек. Танков щит. Он, наверное, за этого и шел, да? Наверное, да. Он ничего не ролил. Я же говорил, что я иду за печенькой и за щитом Савой. Ну, не мне же говорил. Кстати, Игорь, Танка ноги. Это не танк, это танка ноги, ты че, это кольчевал? А, извините, дурак, ботинки, но не те, к сожалению. Да, ботинки, но не те. Я просто ждал банка. На хила, нормально. Это на любого шанса. На лема, либо на хп. Или на лема, да. Не идут они на лема. Те, кто не берут чарку, что тебя идут. Савиджи, Энх. Не, а почему Энх выиграл? Это же на лема. Сэвидж Энх, вы ему отдали. Сэвидж Энх. Джонни, тебе эти латы не подходят вовсе. Они блочные. Ребят, Энх... Азулис. Да я латы на транс ролю, если что, ребят. А, ну... Конечно, отдавайте вару. Дэх поддерживает, ну, дашь поддержать. А, в Дискорде? Сегодня вопрос. Ты где? Кому там поддержать? Я деха получает этот. Джонни, подойди. Сейчас я поставлю на деху метку. Печенька. Прямо отсюда и пароли. А, все же здесь. Печать. Понятно. Ладно, ну да. Всем пока. Расим, ты тыкал? Да, 64. Ну, одна печать, последняя анрул. Логично. Ну, разберемся. Да, оставь себе, тебе, наверное, надо. Да мне только один нужен был. Ну, ладно. Чисто, или тебе за этот... Окупить или как там их? Слушай, ты осколки лутал. Кстати, сколько полутал? 3 получается? Да, 3. Сколько осталось? 11. Идите. Прыгайте по порталам, кому там куда надо, шатры, да, может, еще кому-то куда-то надо. Ладно, ребят, всем спасибо за рейд, вы большие молодцы. Мы закрыли эту льду. Все в ХМе, кроме утюга и этого.
Мимирона. А остальные справились.